реально, я слишком злой. Это Джолин и Джотер идут в Макдональдс от Брэгангада в озвучке от Сипейджа, который делает пупцы. Славно. Ну чё, поехали? Поехали. Надеюсь, вот теперь Сипейдж не будет зол, а то мне, блин, некоторые подписчики говорят, что Сипейдж разозлился из-за того, что я не смотрел видео и смотрю только все самое актуальное. Является ложью. Сейчас исправим. Такс. 12-20. Ну, примерно как это... Как мы с тобой. Особенно, когда допоздна не спим. О, Джолин Куджо. Нехорошо. Что нехорошо? Да. Вот дерьмо, я тебя разбудила? В общем, извини, я не хотела. Опа. Ну все, насрать. Да как ты смеешь закрывать дверь перед моим лицом? Ура! Бля, окей. Я проделала весь этот путь, а ты даже не помнишь, кто я такая. Так, минуту. Ее лицо кажется знакомым. Я встретил ее вчера в продуктовом, и она пришла сюда в день отца. Это может значить только одно. Я понятия не имею, кто ты. Мое имя Куджо Джолин. Я твоя дочь. Джавелин? Ты уже забыл, что было вчера? Ну и ну. Как я в это ввязался? А, Олсен, конечно, все миленько, но, блядь, что за хрень? Молочек. Твою ж, дельфины не дают молоко? Ну да. Похоже, снова придется брать замороженные продукты. Мама не будет дома еще неделю. Но я так устала. Оу. Что за чертовщина? Этот парень, вылитый мой батя. А когда так твой батя шизик? Погодите! Похоже, это не сон. Этот парень. Этот батя. Парень. Че это за ссылка на камень Ижи? Отец! Хуй его знает. Неужели? Ты говоришь со мной? Ну и где ты был все эти годы? Отвались, сучка. Ублюдок! Так ты приветствуешь дочь, которую не видел 12 лет? Окей. Мы знакомы? Неужели он не помнит меня? Да что с ним вообще такое? Я хер знает. Хватит мне пудрить. Хотя да, что-то Джотера здесь слишком молодой, блин, для бати. Это что, отсылка на этот, на Ice of Heaven, где типа Джотера молодой переместился к, в события Stone Ocean, где им, по-моему, было столько же. Там по 17 или по 19, это так. Угу. Шиза. Мозги, я сваливаю. Что? Куда ты пошел? Слышь, женщина, не ходи за мной, у меня никогда не было дочери. Тогда как ты объяснишь эту фотографию, кусок говна? Опа. Жопа, я забыл. Походу, у меня реально есть дочь. Да ладно, я пошутил. Конечно, я помню тебя. Моя любимая доченька... Ой, блядь. Как ее звать-то? Ну, Джо. Ладно, здесь-то я не прогадаю. Джо, Джо. Ну и ну, почти угадал. Слушай, завтра же день отца, ты не против провести его вместе? Не испытывай удачу, малявка. Это Джотаро? Это еще что за хрен такой? Ты его знаешь? Дио! Дыня. А я и не знал, что ты настолько ужасный отец. Что вы, блядь, Джотаро? Мало того, что не помнишь имя своей дочери, так еще и тусить с ней отказываешься. Понятия не имею, о чем ты. Конечно, мы затусим с ней. Найс, лучший батя. Яры, яры, дозе. Соболезную, не свезло с родней. Что есть, то есть. Если бы у меня, Дио, был сын, я бы его любил и лелеял. Ну ладно, я за кабачками. Не может быть, это ты, папа? Джорно? Что ты там говорил? Любил и лелеял? Наверное, из любви ты меня, сука, бросил. По крайней мере, я помню, как зовут моего сына.
О, понятно. Твоя планка настолько занижена, что просто помнить имя сына уже достаточно, чтобы быть хорошим отцом. Где ты был весь... Год, я тебя не видел с последнего дня отца. Только не говори, что спал на дне океана. Больше не прокатит. Хватит ржать! Че это, блядь, за смех? Ну, я нашел тебя. И мы отправимся в то же место, что и год назад. Я туда больше ни ногой! Ты пойдешь, или я расскажу маме про моих сводных братьев из Америки. Ты не посмеешь! Сучоныш! Ты тоже приводи своего отца. Вместе почилим. Тогда договорились. Да заткнись-ка ты нахрен. Джолина и Жорна являются родственниками. Ну да. Да уж, хотя учитывая какая там чокнутая семейная цепь, учитывая, что по факту... Не, ну почему, смотри. Технически Джорна является сыном Джонатана, правильно? Ну, да. То есть в какой-то степени... Он ее там пра-пра-пра какой-то двоюродный дядя. Меня больше другого убивает. Хотя не, меня всегда убивал факт того, что... Он ее двоюродный прадед. То есть... Ну, блин, мы все помним, что у нас жесткий по факту является дядюшкой Джотаро. Ну да. Хотя он там, по-моему, младше его лет почти на 10. Вот оно что. Ёлы-палы. У меня нет выбора. Ладно. Идем. Что, правда? Ну, наконец-то. Давай, залазь в машину. Ух, ля, какая точилая. Это же очень дорогая тачка! А что за модель? Как ты вообще заработал на нее? Очень круто! Заработал на донатах от Мирай Каги и Мини Асаса. Машина мне как дочь, только желанная. Найс. Блять. У тебя столько бабла, но содержать нас с мамой никак? Мне еще помогает фон спидвагона. А ты могла бы и на OnlyFans неплохо разбогатеть. Закрой варежку. Давай в машину, пока я не передумала. Вот же, блядь, наглое. Что-то, блядь, было. Что это за ебанат? А! Следи за гребаной дорогой, иначе мы кончим, как Пол Уокер! Ебучий психопат! Что, это столичный, что ли, было, блядь? Ну и куда едем? Блондин из магазина сказал, будет нас ждать... В заведении, где вечно сломана машина для мороженого. В России его вообще закрывают. И как нам туда добраться? Ну, вообще, завтра его открывают снова. Символично. Получается, когда это видео выйдет, оно уже будет сегодня, как открывают. Только под другим каким-то названием, я не знаю. Пока все молчат. Но все равно люди уже недовольны, по одной простой причине. Они из меню убрали Биг Мак. Ну, человеку похуй, потому что он не ест Макдак. Можно я заберу свою плюшку? Плюшку, да. Ой-ой-ой. Эх! Да, у меня там внизу склад плюшевых игрушек. А? Хватит прикалываться! О чем ты вообще? Хочешь сказать, ты никогда не использовал GPS? Что это, блядь, такое? Гей, позирующий стоя? Купил супертачку и не знает, как она работает. Ты до того дед-пердед, что, наверное, и Библию с автографом имеешь. Слышь, сучка, ты не должна называть своего отца тупым, это грубо. Ты мой отец только когда тебе это удобно, скотина! Яра-яра, пиздец. Курим. Курива. Какого черта ты вытворяешь? Что, хочешь сигу? Нет! Выкинь ее сейчас же, ты ведь посадишь свое здоровье! Ну и ну, хватит меня заебывать! Давай выкидывай! Драки хочешь? Соси! Сволочь! Ты уменьшаешь срок своей гребаной жизни, отсталый! Чтобы не увидеть умственно отсталых внуков! Джолин, переоделась. Ну да. Просто так переоделась в, по сути, по-моему, самую первую серию Данаш. Такой одежки была. Ну хватит, не говори так! У тебя будут самые милые внуки! Опа! Следи за дорогой! Да, блядь. Вы не видите, что в Жорна влетели? Ну? Блядь. Папа, ты пришел, чтобы помочь мне? Папа. Он убегает?
Как доберусь до тебя, сдеру твою кожу, грёбаный обмудок! Окей. Да, хорошая, блядь. Ну, конечно, они в Макдональдс еще не пошли, но, в принципе, блядь, неплохо. Неплохо. Опять же, монтаж очень хороший, качественный. Уж мое почтение. Спасибо, Dragon God. Спасибо за озвучку от Сибейджи. Мое почтение, респект. Мне понравилась озвучка. И вообще видео очень. Ну, прикольно, да. Ну что, всем удачи. Всем пока.